несколько моментов хотелось бы показать. Я их ни на одной конференции, по-моему, еще не показывал. То есть, ну, с чего? То есть у нас есть валидатор, по которому мы знаем, что данные у нас находятся в достаточно приличном качестве. Если нам кто-то говорит, что у вас данные кривые, мы очень серьезно обижаемся. Вот. Значит, с некоторых пор вот есть даже две версии этого валидатора. Вот не все об этом знают, я сейчас расскажу, почему. Почему их стало две. Значит, что я хочу сегодня показать, вот что будет некий заход на его глобальный характер, поэтому есть английская версия, ну, так, наполовину переведенная пока. Вот, значит, что здесь есть интересного и нового? То есть, вот сперва давайте посмотрим Оренбургскую область. То есть, кроме того, чтобы сказать, да, что у нас все клево, зачем мы это делаем? То есть, мы считаем, что нужно стремиться к максимальной прозрачности и открытости. Вот, и OpenStreetMap очень прозрачная среда, и можно вообще посмотреть, что происходит, вот, и кто что сделал. Вот эту вот штуку я посмотрел у наших эстонских друзей, у них там был календарь правок. Здесь выводится вот в этом списке 100 пользователей, которые сделали больше всех правок за последние 12 или там 13 месяцев, считая наступивший текущий. То есть февраль там еще нет правок. Вот. Вот. Значит, что мы здесь видим, почему я показываю Оренбург? Вот, это рисование как раз города Краснохолм. Мы вот здесь видим наших, так сказать, товарищей, многие из которых здесь присутствуют в этом зале, что они активно себя проявили в январе месяце при опрессовке. Значит, вот видно, что есть местный маппер, который вот редактирует на постоянной основе, и есть ники, которые прибежали в рамках некой акции. Вот, за что мы им всем еще благодарны. Что это первое. Значит, второе, это давайте посмотрим Псковскую область. То, что в Псковской области есть некая особенность. Вот, может быть, Илья или Фелис про это, так сказать, расскажет. Может быть, даже лучше, чем я, там будет что-то добавить. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим тоже список редакторов по месяцам с количеством правок. И вот мы видим, что в топ за последний год выбились ники, которые начинаются на рек 60. Значит, что это? И с названиями городов. Значит, что это такое? То есть это вот работники муниципальных администраций, которым их начальство в приказном порядке приказало обрисовывать OpenStreetMap. Вот, на самом деле я вот хотел вот этот вот скриншот отправить в их администрацию. Они сказали, что лучше не надо, потому что мы не хотим, чтобы наше начальство видело, кто сколько нарисовал. Кто не работает на работе? Да. Кто работает, а кто не работает. Вот. Значит, вот. Сколько в следующем месяце сравнивать будут результаты? Да, есть ли рост или нет, или он отрицательный? А почему вы так плохо рисуете? Ну, примерно, да. Вот, куда деваться, если ты попал в дом со стеклянными стенами? Значит, тем не менее, у них проснулся определенный зуд, по крайней мере, у некоторых. Вот мы видим целых три товарища в топе. Если мы отсортируем по алфавиту, значит, где они там у нас есть, вот мы их сейчас всех увидим. Ой. Значит, кто конкретно вот из них сколько нарисовал? То есть, вот, пожалуйста. Вот этот вот скриншот можно в качестве, так сказать, использовать в качестве отчета о проделанной работе или, там, наоборот, в качестве такой анонимки, да, что вот товарищи вот из Дедовичей вот, да, не хотят работать с ОСИМ. Ну, вот это им придется, так сказать, вот рассказывать, почему так. Ну, так на самом деле не бывает, потому что маленький населенный пункт или большой,
в нем всегда, всегда есть что рисовать. Тем более, если это маленький населенный пункт, там бывает большой частный сектор, да, с каким-то маленьким домиком. Вот. Ну, и теперь, почему есть две версии этого валидатора? Вот. Значит, почему? Потому что вот тот сервер, который использовался, он также используется для конвертации, собственно, карт из Osmosity. И он очень много времени тратит на, с некоторых пор, на конвертацию карт Европы и, так сказать, всего мира. Поэтому был поднят отдельный сервер, который... А, вот что надо здесь показать. Вот. Поэтому был поднят отдельный сервер, который в преимущественном порядке обрабатывает именно Россию. Именно России. И, в общем-то, было принято решение, что раз этот сервер обрабатывает Россию и работает для сообщества, то сообщество тоже должно и имеет возможность, значит, принять участие в его финансировании. То есть был объявлен краудфандинг, да, фандрайзинг. Вот, его результат меня удивили очень приятно. То есть буквально за 3 дня там была собрана нужная сумма. Вот, и сбор средств пришлось закрыть. Некоторые даже обиделись, что не успели принять в этом участие. Вот, ну, все шансы еще впереди. Значит, что еще? Значит, была сделана отдельная страничка, вот я еще ее не показывал. Значит, эта страничка с расписанием, я немножко еще доработаю. Но что видно здесь? Что видно здесь? Здесь вот... можно видеть, когда валидатор в следующий раз придет в тот или иной регион. Значит, что мы здесь видим? Ну, видим, что кроме России здесь все-таки еще проходят какие-то страны. Ну, страны здесь проходят раз в 2 недели, а регионы России и ближайшего зарубежья там проходят. Так, 1-е число же сегодня, да? То есть что мы видим, то есть как бы следующий цикл начинается буквально прямо сейчас, и к 12 вечера он закончится. Вот, то есть получается будем считать, да? То есть порядка, так сказать, 5 часов занимает цикл. То есть все работает человек очень быстро, и вандальные правки очень быстро обнаруживаются и исправляются. За что всем спасибо.